Света и Рома Мальковы до сих пор не могут поставить точку в споре о выплате алиментов. Очередное судебное заседание, в рамках которого бывшие супруги будут определять сумму выплат на старшего сына Андрея. По словам юриста, Ольги Синельниковой назначено на 22 марта. Тем временем подписчики спросили, платит ли Роман алименты трем младшим детям. Утверждает, что да, но Света Малькова не получала. Подтверждение оплаты он ей не присылал, ответила Ольга Синельникова.